Всем привет! С вами Лили Блоссом с канала MLP Chelsea Brown. И сегодня я снимаю распаковку и обзор 12 киндер-сюрпризов из серии «Королевские питомцы». А точнее, если говорить точно, эта серия называется «Дисней принцесса и пушистые истории королевских питомцев». Сегодня мы откроем 12 киндеров, которые подарили мне на день рождения мама и папа. А также будут сегодня обзоры на другие подарки, если не сегодня, то хотя бы завтра. Итак, давайте же начнем открывать наши киндеры. Возможно, это видео будет первая часть, так как у меня не совсем много памяти. Ну и давайте же начнем. Есть три варианта видов яиц. С Авророй и с Милашкой, с Золушкой и с Тыковкой, а также с Ариэль и с Жемчужинкой. Такие вот розовые яйца. Давайте же не медлить, а откроем. Первое яйцо, это как бы палетка с Авророй. Оно совсем не звучит. Открываем. Какой же... Это у нас не серия, к сожалению. Но давайте же посмотрим, что нам там попадется. И нам попадается цветочная фея, которая, к сожалению, у меня уже есть. Вот такая фея. Так она выглядит в собранном виде. Цветочная феечка Flower Mini. Итак, давайте же не будем задерживаться. Кстати, она еще может делаться как кольцо. Ну и откроем же второй киндер. Я ставлю на стоп, чтобы вам было красивее видно в видео. Киндер с Золушкой. Тоже без звука. Они в основном все без звука. Тоже не серия. Давайте же посмотрим, что нам там попадется. Я решила открывать на камеру. Так будет всем нам лучше. Потому что это очень-очень плотное, что даже не открывается. Сейчас откроем. Вау! И это попалась русалочка! Ура! Я ее так сильно хотела! Ей! И вот такая вот попалась нам русалочка. Я была очень рада. Она моего самого любимого цвета, кстати, мятного. Очень красивая фигурка русалочки. Здесь есть у нее волосы, сама прическа. Она такая мятная. И мне очень нравится в них их прозрачный хвостик. Такой, ну, тоже голубой. С блестками. Вот такая вот русалочка, она очень красиво выглядит, мне нравится ее милый взгляд, а также у нее есть подставочка. Здесь расческа, чтобы можно было расчесать ее волосы. Она сделана из такого прозрачного чуть-чуть синего пластика в виде волны, и сюда можно поставить русалочку, но я пока что не поняла как. Итак, давайте же откроем следующий киндер, третьего варианта, с Ариэль и жемчужинкой. Тоже никак не звучит абсолютно. О, и опять не серия, к сожалению, но это же закладка киндеров. Так, смотрим наш желтенькая капсула. И что же это? Ура! Нам попалась новая собачка из серии собачек. Сейчас я вам ее покажу. И вот так вот выглядит данная собачка. У нее можно снять ее прическу желтенькую. И также платьишко розовенькое. Он очень сложно одевается. И сама собачка розовенькая. Вот так вот выглядит вся коллекция. Они взаимозаменимы, их наряды. И это у меня уже вторая собачка из этой коллекции. Есть вот такая еще и вот такая теперь. Итак, давайте откроем наш следующий киндер. Опять с Ариэль. В нем уже есть какой-то такой звук. Открываем. И это серия! Ей! Наконец-то нам попалась первая серия. Кстати, я вам потом подведу итоги. Сколько мне попалось повторов. Я уже давно довольно киндер собираю. И сколько... Сирик. Так, вот первая капсула никак не трясется, очень плотная. И нам попалась принцесса Золушка. Давайте же ее поскорее соберем. Итак, вот так вот выглядит наша первая игрушка из коллекции. Она очень красивая. Вот так я ее и сложила ее тканевую юбочку. Мне очень нравится эта принцесса Золушка. Дальше больше даже той, чем которая у меня уже была. Красивенькое платье и прекрасная подставочка. Прозрачная, внутри которой блесточки. Такая вот Золушка. Давайте игрушки из серии будем ставить вот сюда. А те я ставлю на задний план, так как думаю, что так вам будет лучше видно. И следующее яйцо у нас идет с Золушкой самой. И с ее питомцем Тыковкой. Никак не трясется. И это не серийка. Давайте же посмотрим, что в этой капсуле. Так, что-то опять очень плотно уложено. Неужели опять русалка? И да, нам попалась вторая русалка. Вот на этих русалок здесь везет. Она, к счастью, к нашему счастью, она новая. Сейчас я не показывала вам вкладыш от русалочек. Давайте я вам его покажу.
вкладыш от русалочек. Здесь всего лишь 3 в коллекции. Может, нам и 3 попадется? Мне вот такая вот попалась. И также еще вот эта лиловая. Давайте ее соберем. Вот такая вот тоже очень милая, симпатичная русалочка. Стоит она в другой позе, чем та, которая нам уже попадалась. Лиловая она, ну или розовая, но скорее этот цвет больше лиловый. Тоже прозрачный хвостик с блестками и такая же подставочка. Прекрасная игрушка. Вот это вот пока что моя первая любимая серия. После, конечно же, основной. Давайте откроем наш киндер с Авророй. Вот так вот он трясется. И что же там будет? Так, и это не серийка. Что же там попадется? Давайте мы на это посмотрим. Там что-то так трясется. И это... Ура! Мне попалась шкатулка Крабик! Вот так вот выглядит эта серия. Это как бы украшения морские. Заколка рыбка. Вот такая шкатулочка, которая нам попалась. И еще колечко. Вот такая вот прекрасная шкатулочка. Я очень рада, потому что эта фигурка тоже, которую я хотела. Она тоже связана с морем. Это вот такой вот осьминожек, шкатулочка. Можно туда что-то положить, она открывается. Очень симпатичная, она оранжевая, милая очень, милый осьминожек. Вот эта часть как бы она съемная, и еще она сделана с блестками из прозрачного пластика. Очень хорошая фигурка, тоже если вы хотите, всем советую собрать. Следующий киндер, опять с Авророй я с того же края взяла. Тоже не трясется, и это серия! Эта серия. Что же нам там попадется? Надеюсь, хотя бы в серии не будет повторов. Так, что-то очень плотное. Надеюсь, может быть, это питомец. Это очень плотный киндер. Я прям не могу его открыть. Вот вообще он застрял. О, это попалось доп к серии. Колечко. И вот так вот выглядит это колечко. Не буду показывать вам дополнительную серию. Там есть еще и заколка. Не самая лучшая игрушка в этой серии, но... Вот она выглядит в виде цветочка, такая же была в серии с пони. Но все равно она миленькая, для меня новая. Здесь есть 3 лепесточка, здесь вот ариэль с жемчужинкой, жемчужинка и значок лапка. Само колечко лиловое. Очень такое милое, но мне подходит на палец. Давайте его тоже сюда положим, так как сегодня нам не очень много попадется игрушек из серии. И давайте же следующий киндер с Золушкой и с тыковкой, собачкой. Открываем его. И опять серия, 2 подряд лежали серийки. Что это могло значить? Неужели опять кольцо? А нет, это попалась заколка. Мы сегодня собрали с вами дополнительную коллекцию, а хотя нет. Потому что мы или собрали, или нет, я не знаю. Ну да, нет, еще потому что еще не хватает колечка. Надеюсь, нам не попадется 3-я игрушка из серии кольцо. Это будет вообще такая вот заколочка с бабочкой. И сюда еще прикрепляется такой листочек, не буду сейчас прикреплять, с Ариэль, с Золушкой и с Авророй. Такой листочек, в принципе, это тоже нормальная игрушка, но хотелось бы больше игрушек. Короче говоря, я не буду его собирать, вот такой вот допчик всего сюда вот тоже положу. И 3-е яичко с Ариэль. Не серийка, но хоть бы в не серийке повезло, потому что осталось еще там 3 яйца, к сожалению, вам не видно, но так тоже какая-то плотная не серийка. Так, я думаю опять о русалке. Нет, это у нас попалась заколочка, аналогичная той, что была в прошлом яйце, только уже не из серии. Вот такая вот заколочка в виде бабочки. Фиолетовая, тоже очень нормальная игрушка. Тут бабочка, кстати, меньше была, я думала, такого же размера. Не буду показывать серию, там в серии есть 3 таких заколки. Ну, вот эту заколочку я могу хотя бы использовать, хотя и эту тоже могу. И надеюсь, что я их буду использовать по применению, что они нормально закалывают волосы. Короче, тоже не очень-то и плохая игрушка. Следующее яйцо с Авророй. Что оно нам принесет? И это серия, ну хоть бы один питомец попался, а. Так, серия. Что-то опять там трясется. И это опять колечко. Блин, вот что с этими допами, а? Короче, берем следующее яйцо. Еще серия. Хоть бы не еще одно кольцо, а? Блин, я не хочу больше колец. Заколка? Да это просто издевательство. Не советую вам покупать этих. Ну, короче, 12 яиц из одной палетки. Это опять вот эта заколка.
которую мы уже видели, и последнее яйцо. Ну, хоть бы оно принесло нам что-то хорошее. И это, к сожалению, не Сирия. Что-то там трясется, так что я не думаю, что это прям что-то суперское, крутое. Тоже не берется. И это вторая игрушка из серии с крабиком, что тоже не есть плохо, а это хорошая игрушка. Это у нас колечко-жемчужинка. Тоже очень хорошая игрушка из этой серии. Мы почти собрали серию в сегодняшнем выпуске. Вот такое вот колечко. Вот это колечко я тоже хотела. И мне сегодня достались целых 4 моих хотелки. Сейчас я подведу итоги по этому выпуску. И вот это вот...